Как дела? Отлично. Не знал, что тут можно рыбачить. Что это? А? Что это? Что это? Это называется видеокамера. Не знал, что тут можно рыбачить. Можно. Можно? Да. Что ловите? Вы снимаете? Да. Зачем? Вы на улице, я могу. Но я знаю, что можете, не оспариваю это право, просто хочу узнать, почему вы... Мне кажется интересным, что вы рыбачите в Центральном парке. О, да, это совершенно законно, разрешено в трех прудах, в этом разрешено. Никогда не видел, чтобы здесь ловили рыбу. Я снимаю то, что нахожу интересным и уникальным в Нью-Йорке. Ну, это здорово, да, разрешено, можете зайти на веб-сайт Центрального парка, и можно рыбачить тут, в Гарлем-Мэйр. А я не оспариваю этот факт, просто любопытно, никогда не видел, чтобы тут рыбачили. Но клюет не очень, и вокруг слишком много людей. Какие тут водятся рыбы? Есть... большеротые окуни. Что, прямо здесь? Да. А на что ловите? Ну, я ловлю нахлыстом, так что на мушку. Ловите мух сами? Нет, мушки, это... я покажу. А, их типа делают! Именно. Да-да-да-да-да, окей, из нитки, затупил. Я не рыбачу так. Ничего, как и большинство. Я занимался рыбалкой в открытом море. На лодках для вечеринок, лодках друзей... А, окей. Видите, их вяжут. Ага. Сами вяжете мушки? Сам, да. Да? Где вы выросли? Я вырос в Калифорнии. И много там рыбачили нахлыстом? Не особо. Нет? Научился дальше по жизни, и это большое удовольствие и отличный спорт. Расслабляет, да? Очень. А. И, знаешь... Живете в Нью-Йорке сейчас? Нет. Но живу тут временно, точнее. Окей. Могу сказать по вашим манерам, что вы из Нью-Йорка. Да ладно, вы гоните. Акцент выдает? Все вас выдает, скажу так. И когда вы снимаете людей, я-то не возражаю. Да. Но держу пари, некоторые против. Да, на меня порой нападали. Правда? Да. Но выходят классные видео. И что делаете с видео? Размещаю на своем канале, меня много людей смотрят. Правда? Ага. Здорово. У меня где-то 15 тысяч подписчиков там. Да ладно? Ага. Прикольно. Да. Как называется канал? Мой канал на Ютубе, Йозеф Буцки. Но вы есть в Твиттере? Нет. Почему назвали его Йозеф Буцки? Ну, долгая история, но меня зовут Джои Буц. И в какой-то момент мне понадобилось изменить имя. Зачем? Нужно было притвориться израильтянином, мне представил выход в эфир CNN. Для чего? Я был в качестве свидетеля стрельбы у билетной кассы LL в аэропорту Лос-Анджелеса. Помню это. Да-да-да-да-да. Я был первым очевидцем в эфире CNN. Вы израильтянин? Нет, вовсе нет. На самом деле я был в своей квартире на Лонг-Айленде. Но я позвонил в качестве очевидца на CNN. А. Поэтому нужно было сменить имя, и я назвался Йозеф Буцки. Очевидец. Хотел, чтобы звучало так, словно я садился на рейс Эль-Аля Эйрлайнс. Забавно. Да, я, вот что я делаю. Забавные вещи. Бывали в Израиле? Никогда. Хочу съездить. Ага. Я делаю много забавных вещей. В частности, разыгрываю СМИ. Правда? Да, прикалываюсь с них. Я что-то вроде медиатеррориста. Какой ваш любимый кабельный канал? Любимый именно в смысле смотреть новости? Да. CNN. Их смотрю чаще всего. Интересно. А мне тоже нравится Current. Current TV неплох. Ага. У них много интересных мнений, хотя он очень левый. Согласен. Нравится Олберман? Ну, мне нравится Кит. Он хорош. Но он больше не ведущий Current. Да, больше нет. Ага. Смотрите Фокс? Я смотрю Фокс. Мне нравится получать новости отовсюду, а потом я фильтрую мнение посередине их всех. Пожалуй, неплохой метод. Ага. Знаете... Для меня подходит. Здорово. Ага. Что ж, приятно было познакомиться. Приятно познакомиться. Эй, привет, это Джоуи. Я только что вернулся домой и сел монтировать то видео, что вы сейчас посмотрели. Оказывается, этот парень — Такер Карлсон с Fox News. Я просто не узнал его, потому что на нем не было шикарного галстука бабочки, который он всегда носит. Перед тем, как уйти, я спросил, где вы работаете? Он такой, я работаю в СМИ. Я такой, работаете на Fox News? Он такой, нет. И тогда я попросил его, чтобы сказать, где он может найти это видео. Вы в Твиттере? И он такой, нет. Но потом оказалось, что у него там около 150 тысяч подписчиков. Так что да, Такер, теперь я узнал тебя.